Вот со стороны трибун мы вам сейчас покажем полностью бассейн. Слушай, ну такое удовольствие, прям как в детстве. Все вы помните, да? Зимой на улице мороз, а здесь вода теплая. Потом в душ пойдешь, горячая вода. И потом, конечно, хлебушек с маслом после плавания. Дорогие родители, приводите своих детей, приучайте их к спорту. Это очень-очень здорово.